Итак, восьмой день. Восьмой день в пути. 79-я серия. Участок Мурманск-Магадан. Позади 7 дней. Осталось ровно 50 дней до финиша. Серия не очень удачно начинается, потому что солнце в лицо. Добиться нормальной экспозиции не удается никак. Но это влияет и на настроение, честно говоря. Надеяться на то, что весь маршрут, то есть почти 2 месяца, будет идеальная погода для съемки, это слишком наивно и не приходится. Ну вот такие дни начались. Значит, дальше, ну, в следующих сериях там будут и дожди заливать лобовое стекло, и слякоть будет невероятная, и снег. Так что не самые качественные кадры уже можно наблюдать сейчас. Намерение было доехать до Тюмени или до Омска, там поменять масло в двигателе, но планы поменялись. Поступила команда на замену масла заехать в город Курган. Город, который я не очень жалую по разным причинам. Вот. Тем не менее, масло менял в Кургане. Очень трудно было найти фирму, так как название в интернете состоит из двух слов. Сейчас уже не помню слова, но первое слово было набрано у них латиницей, вторая часть – кириллицей. И Яндекс.Навигатор несколько раз заводил меня в такие тупики, что еле выбрался. Но в конце концов нашел, конечно. Я сказал ребятам, что у них не очень удачный вариант названия. Или нужно все писать кириллицей, или нужно все писать латиницей. Иначе по интернету их очень сложно будет найти. Ну, фирма молодая, там всего, по-моему, им 2 или 3 месяца. Не знаю, примут они это к сведению или нет. Так что намерения, расчеты мои не оправдались, и поэтому ночевал я не в Ишиме, как рассчитывал, а в другом месте. Но не весь день будет солнце в лицо. Немного выше оно поднимется, и тогда уже будет видимость более-менее нормальная. Но по мере продвижения по трассе я буду искать свободные окна, так, чтобы не забивать свой основной комментарий в салоне автомобиля, а наоборот дополнять его в паузах между разговором, между комментариями. Ну вот, наверное, и все. Режим записи. Режим записи. Записывай. Сейчас пару глотков. Хорошее место.
туалет, горячая, холодная вода, очень хороший буфет, но я ничего не покупал там, просто ознакомился с ассортиментом. Стоянка 100 рублей, туалет для клиентов 20 рублей. Кто был в столовой, им бесплатно. Хорошая математика. Разница с Москвой 2 часа до Екатеринбурга, около 100 с небольшим километров. Так, перестроил навигатор на Ишим, в сторону Ишима, через Тюмень. Так. Поиск. Ишим. Ишим. Да что такое? Ишим. А, вот как. Не ловит мегафон здесь. Ладно. Ну почему не ловит? Ловил же вчера, зараза. Ладно, думаю, сейчас поймает. Мегафон ловил. И Теле2. Теле2 4G, мегафон 3G. Солнце будет в лицо. Ну что, поймал? Ишим. Взгляните. Поехали. Поехали. Маршрут построен. Так, как ты меня тащишь? Оценим. Предлагаю через Курган. Нет, спасибо. Поедем через Тюмень. 741 километр. Через Курган не хочу. Высокая. В салоне автомобиля давление в шинах в пределах нормы.
очках, очки здесь. Будем ехать против солнца. Приготовьтесь. Поехали. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните налево. Маршрут перестроен. Зачем перестраивать маршрут? Так. Сейчас, что мне? Смотрите на дорогу. Смотрю на дорогу. Так, вот все, что можно было сделать с экспозицией. Самая лучшая экспозиция, то есть освещение, которое можно получить на видеорегистраторе. Тогда едем против солнца. Двигаемся в сторону Екатеринбурга, примерно 100 с небольшим километров. Температура за бортом 14,5. Против 4 в Мурманске. Такая вот ситуация. Утром на восток солнце в лицо,
вечером в спину, с востока на запад утром, в спину вечером в лицо. Поэтому лучше всего, наверное, двигаться, когда солнце в зените, не в зените, а уже поднимется. Свердловская область. Так, что нам дальнобойщики могут сказать? Перепад освещенности. Темно как ночью, сейчас солнце. Ситуация с мойками, с автомойками пока не изменилась, как было много лет назад, так и есть. Пока автомоек не видел. Так, Р-242. Сейчас был указатель. Трасса называется Р-242. Люди спешат на работу. Нифига я.
Московское время 5 часов 26 минут. Реальное время 7 часов. Сейчас не помню на регистраторе, какое стоит время. В общем, видеорегистратор перестраивается в зависимости от часового пояса. Должен перестраиваться. Дорожное полотно видно в хорошем состоянии, в отличном. Разметка. Колейностей не наблюдаю. Стоянка слева тоже неплохая, видно, если дальнобойщики кучкуются.
Газпромнефть. Сейчас зальем до полного. Зальем до полного.
так вот. Пойду мусор выкину. Тут скопился немножко. Интересная мусорка здесь, баки, куда мусор бросается, стоят на площадке, дверь, вот. К бакам подойти невозможно. Поэтому зафигачил через забор, а пусть думают. Почему так получилось? Thank you.
Солнце немного приподнимется, будет получше видимость. Так, расход бензина упал до 8,4, пройдено 18 километров. Средняя скорость 26. Это с учетом того, что автомобиль на стоянке работал, двигатель был запущен. Выбрасывал видео на внешний диск. Но вчера установлен своеобразный рекорд 5,2 литра на 100 километров средний расход. Сейчас дольем 20 литров. Бак показывает полный. Запас хода 800 километров. Ну, надо будет, я думаю, доливать во второй половине дня, наверное, бензина. Сколько там было? 741 километр сегодня можно пройти. Природой особо не налюбуешься в такое вот освещение, когда глаза. Солнышко в глаза. Погибшее животное там, не знаю, может кролик, или может зайчик.
Движение. Восьмой день. Так, а что там фуры стоят? Тут они на встречной. И там реверсивное движение. Интересно, там светофор или, по-моему, ручное регулирование. Впереди дорожные работы в правом ряду. Да, видим. Полное это дальнобойщик дает информацию своим коллегам до полной остановки. Период, когда после дождя дождь прошел и солнце выглядывает. Для меня это очень не нравится.
5, что ли. Опять, ё-моё. Какой смысл разгоняться? Стоит или двинулся? Видели, да? Рванул на маленькой машинке по правой полосе объехать пробку, а ему фура перекрыла дорогу. Сейчас спросим. Воспитываешь, да? Ты охуеешь, блядь. Что с ними делать, блядь, если они охуели? Как вы думаете, время – это деньги или что-то другое? Молчание. Думают. По-моему, время – это жизнь. Задумались. С утра загрузил мужиков. Вон, с правой стороны фура сзади меня тоже перекрыла. Нет ни у кого настроения с утра философствовать. Обычно разговорчивые они на трассе. Вообще...
температура за бортом 12,5. 7,3 на 100 километров, пройдено 30. Дальнобойщики жутко ненавидят обочечников, кто по обочине пытается объехать, кто без очереди. Прошел заморозить от вас, что хотел спросить. Вчера была вот авария, наверное, на видео вы это увидите. Два ДТП за вчерашний день было, я заснял на видео. В одном ДТП это с газели попадались, газель перевернулась, а на первом ДТП впереди дорожные работы, там непонятно, жуткая авария, конечно, дай бог, что без жертв. Там две легковушки в первом ДТП, два легковых автомобиля. Ну, лобовое столкновение, там все разметало.
дорога требует расширения. Чем-то отличаешься от обочечника. Ё-моё, навстречу легковушка. Да, тут об уважении на дороге речи нет. Вполне устраивает такая скорость, поэтому дергаться не буду. С левой стороны хорошее место для привала, много больших грузов. Ладно, Екатеринбург проедем, помою лобовое стекло. Еще.
Блин, уступил же место, твою мать. Плелся, как улитка. Вот это мы, джиперы. Место для